Писатель Владимир Никитин с анапскими школьниками встречается уже не первый раз. Формат мероприятия позволяет автору общаться с ребятами, рассказывать интересные факты из нашей истории. А песни, о них говорит писатель, дополняют его рассказы. Сегодня, по словам Владимира, особенное выступление. Школьникам была представлена новая книга автора. Уже много-много лет я выступаю в разных районах Краснодарского края в этот период. Представляю свое творчество, свои книги. Пишу я в основном на духовно-патриотические темы. И вот последняя книга, которая вышла, мне приятно ее представить нашим детям именно в сегодняшнем концерте, это «Сказ о подвиге нашего героя Архипа Осипова». И если память народа будет в наших сердцах о подвигах наших дедов-отцов, о подвигах, о тех событиях, которые были у нас в стране, о битвах и так далее. Это залог уверенности в правильном воспитании нашего будущего поколения. Немногие даже на Кубани знают, что Архипа Осиповка названа именно в честь солдата, совершившего там подвиг. Ценой своей жизни он подорвал погреб с порохом, остановив наступление вражеского отряда, и спас укрепление и всех, кто в нем находился. И таких примеров для детей множество, уверяет Владимир Никитин. О большинстве из них он как раз и рассказывает в своих книгах и песнях. Я считаю, что мы должны растить патриотов. То есть этот концерт показывает, насколько наши дети знают нашу историю, насколько они сегодня будут работать совместно с поэтом-песенником. Вообще концерт мы проводим уже третий год подряд. Вот. Детям нравится, мы идем им навстречу, мы рады, что им нравится. Месячник военно-патриотического воспитания только начался. И это лишь одно из первых запланированных мероприятий.